В духовно-просветительском центре при Свято-Георгиевском храме Димитровграда в рамках чемпионата Ульяновской области и открытого турнира по боевому самбо, посвященных памяти святого Гавриила Меликесского, прошли круглый стол по вопросам стабильности и безопасности общества. Его участниками стали представители власти и традиционных религий. Заседание возглавили Преосвященнейший Диодор, епископ Меликесский и Чердаклинский, главный имам Ахунд, председатель регионального духовного управления мусульман Ульяновской области Ильдар Хаджи. Первый заместитель главы администрации города Димитровграда Синюта Михаил Романович, советник губернатора Ульяновской области по вопросам семьи и материнства Желтова Ольга Владимировна. Также присутствовали представители духовенства Меликесской епархии, представители силовых ведомств, администрации города, региональных муниципальных служб, казачьих обществ города Димитровграда, а также представители Федерации самбо Ульяновской области и спонсора турнира ООО «Инженерный центр АМ-эксперт». Вел круглый стол руководитель отдела Меликесской епархии по взаимодействию с правоохранительными органами, вооруженными силами и казачьими обществами протоиерей Павел Боцко. В перечне обсуждаемых вопросов – проявление экстремизма и терроризма и грамотное построение межнациональных отношений, молодежная политика как профилактическая мера безопасности и стабильности общества. Открыл заседание правящий архиерей Меликесской и Чердаклинской епархии, преосвященнейший епископ Диодор. В своем выступлении владыка отметил необходимость выработки и формирования единой государственной идеологии, которая позволила бы быть основой гражданского мира и согласия в обществе. Смысл нашего настоящего собрания. Действительно, наше государство и наше общество переживает нелегкий период, но, как я всегда говорю в проповедях и выступлениях, это период становления нашей новой России. И несмотря на то, что существует сейчас много внешних угроз и внутренних угроз, тем не менее, все это, как сказано в одном из посланий апостола Павла, все это муки рождения, еще раз говорю, муки рождения новой России. Самое важное, вот сейчас в такой ситуации нам, российскому народу, который действительно многонациональный и многоконфессиональный, сохранять единство. Это очень важно, это первостепенная задача. Выступали докладчики. Участники имели возможность поделиться неоценимым опытом своей работы, ответить на жизненно важные вопросы, в ходе совместного обсуждения подвести итоги работы круглого стола. Все выступавшие отметили, что в каком бы звании ни был человек, какой бы он ни был профессии, но именно христианская духовность и вера в Творца делает нас людьми и роднит более всего остального. Для власти сегодня очень важно мнение общественности и наш общий вклад в единое дело построения свободной и мирной России. После завершения круглого стола почетные гости вновь прибыли в ФОК «Победа», где они приняли участие в награждении победителей турнира. Пресс-служба Меликесской и Чердаклинской епархии.